Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды за Лигу Мастеров. Две звезды. Также откроем быстренько колоду. Так, кто нам там выпадает? А, Змейковьюн, все, понял. И сразу же я, пожалуй, перейду на арену, хочу посмотреть. Так, Лига Мастеров, 81 ранг, 15 откатов. Ну, что я тебе скажу, в принципе, мы можем, если постараемся, перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Даже мало того, что мы можем перейти, так мы можем еще... Ну, топчик навряд ли возьмем, но приблизимся. Почему, ребята, сегодня нужно это сделать? Потому что, во-первых, у меня еще будет одна рабочая смена завтра. А завтра, как ты понимаешь, у нас будет воскресенье. Потом, естественно, плавно переходит в понедельник, и в понедельник у нас с тобой обновляется неделя. Мы с тобой забираем наши платиновые осколки. И круг, как говорится, будет дальше продолжаться. Вот. Поэтому надо сегодня как бы по максималке попытаться все это дело набить. Так, давай, наверное, возьмем я Макмана здесь. Раз, два, три. Друзья мои, не забываем, как только начинается событие в Драконах, Всаднике и Олуха, сразу пишем мне, чтобы я начал его потихонечку проходить. Если оно будет длинное и если оно будет короткое, соответственно, будем проходить его за одну заходочку. А, знаете, какая беда у меня получилась в Хогварте сейчас? Вот, я же говорил вам, да, что я снял две серии и закинул их. Одна серия прошла. Все нормально, как бы без проблем. А вторую серию, когда я начал просматривать, она записалась у меня очень коряво. То есть, понимаешь, как бы остановка видео в некоторых моментах была. Голос за кадром идет, а картинка не двигается. Я не знаю, с чем это связано. Есть у меня отдаленная догадка, что, возможно, ОБС-ка, может быть, не справлялась. Может быть, какие-то сбои с игрой. В общем, решил я переснять вторую серию. И вот тут вот проблема вторая началась. У меня не загружаются сейвы. А у меня загружаются сейвы именно на автоматическом сохранении, которые идут. А те сейвы, которые делал лично я сам, а он загрузить не может. И вот теперь у меня такая дилемма. Либо мне начинать игру все заново, это проходить по новой первую серию, как бы, ну, первую серию пройду до того места, где я остановился. Либо же, мне выкладывать вторую серию так, как она записалась. Да, там где-то минут, наверное, 20, может быть, 30. Ну, это самая концовка игры, второй части, где начинаются вот эти вот баги. То есть баги именно... При записи, не в самой игре, а именно при записи. Либо же вот начинать все заново. Ребят, напишите мне в комментах, как лучше поступить. Я, конечно, еще попробую поэкспериментировать с этими сейвами. Может быть, как-то восстановится, я не знаю. Почему-то автосейв, который там идет, да, на определенных моментах работает, все. Но вот именно там, где я сохранился, почему-то нет. И я не знаю, что с этим делать. Вот, и просто я к чему говорю, что если и дальше такие баги будут идти у меня при записи, я тогда не знаю, что делать. Может быть, нагружается система так охрененно. Так извини меня, у меня 40 гигов оперативы. Как бы, играю я с SSD диска. То есть, как бы, не должно быть никаких задержек, ни пинов и тому подобное, но... В данный момент у меня почему-то именно это происходит. Вот зачем я сейчас это сделал? Я сейчас всех подставил, да? Я подставил всю команду. Я разговорился, и вместо того, чтобы кренгом сделать суператаку, я просто сделал обычную атаку. Ну, вот за это и поплатится моя команда. Так что, друзья, даже вот и не знаю, что мне как бы теперь делать. Немножко я, конечно, по этому поводу расстроен. Вот. Ну да ладно. Хогварт в любом случае будет пройден. С багами, с лагами, но он будет пройден однозначно. Тем более игра мне понравилась. Так что, друзья мои, вторую серию как бы в ближайшее время не ждите. Наверное, будет уже на выходном. А выходной у меня будет
послезавтра. Ну, я думаю, что я, наверное, засяду хорошо. Может быть, даже целый день буду снимать. Не одной, как говорится, не одним видосиком. Я просто поделю его, ну, по часику, грубо говоря, да? Серия по часику, и будет нормально. Таким образом, я смогу избежать лагов при съемке видео, да? И так мне будет легче. Например, я записал час, просмотрел, как записалось. Если хорошо, то рендерим. Если плохо, просто перезаписываем. Ну, опять же, если не подведут сейвы. Как-то так. Это вот, что я вам хотел сказать по поводу Хогварт. Так, ну что, сегодня мы здесь, в этой игрушке, должны... должны взять... Конечно, хотелось бы взять топчик, но... 11 откатов у нас всего лишь имеется. Я посмотрел уже, ребята, всю рекламу, поэтому... за рекламу мы уже с тобой откаты не получим. И, грубо говоря, у нас потенциально 5 поединков, да, доступных нам. То есть десятку делим на 2, получается 5 боев. Сейчас посмотрим, поскольку мы с тобой берем за каждый бой. Ну, слушай, я тебе скажу, что... да, мы попадем. Ты еще не забывай, что у нас есть ежедневки. Мы же можем на ежедневках еще немножко заработать. Ну, сколько немножко там? По-моему, 5 откатов, да, мы можем получить за прохождение ежедневок. А 5 откатов — это как-никак 2 поединка. Поэтому давай-ка мы сейчас, наверное, быстренько с тобой пробежимся по этим боям. Вот. Там у меня уже готова серия по Shadow Fight 3. Не знаю, правда, когда я ее выложу. Очень много видосиков лежит в закромах. Сегодня выложил заключительную серию Fidnight Might Express. Ребят, кто не смотрел, можете посмотреть, чем там все закончилось. Серия про Дрони и Малого. Ну, и обязательно посмотреть до конца. Даже после титров. После титров тоже там будет... такая некая отсылочка на продолжение серии. Ну, якобы. Так, давай, оп, раздавим и этого ушатаем. Нормально. Прошли, даже не вспотели. Так, ну что ты, ну что ты вот это вот делаешь, зачем? Не может сразу нормально мне выдать. Так, забираем здесь награду и пошли в поединках. Значит так, вот он наш Рафаэль. Мы ему, ага, не можем пока ничего поднять, уровень. Поехали. Так, 4 геймпада нужно найти здесь. Ага, один нашли. Второй. Второй, говорю. Где... где третий-то? Да ё-моё, ну джойстик, это понятно все. Мне нужен геймпад. Фиг ли мы со своим джойстиком-то до меня докопали здесь, а? Так, это третий. И нужен еще один, четвертый. Так. Нормально. И 10 автомобильных номеров. Ну, 10 номеров-то я, конечно, не буду сейчас искать. Найдем с тобой, наверное, 5. Так, это 3. Ага, у меня закончилась пицца. У меня закончилась пицца, друзья. Ну, ладно, забираем здесь. И поднять уровень персонажа. О, мне хватает как раз для того, чтобы прапать до 87 уровня. Замечательно, кстати, замечательно. Очень даже не дурно. Ну и забираем здесь с тобой награды. И у нас откатов уже стало 16 штук. Ну что же, продолжаем тогда, получается. Берем 17-24. Я беру здесь Маузера, я беру здесь Армагона. Ну, раз, два, три. Погнали. Погнали, наши вороных. Так, давай сделаем ульту от Маузеров. Так, по красоте, и добиваем Бибопчика. Да ладно!
Я в шоке. Все, ушатали. И, соответственно, продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше. Сейчас мы посмотрим. Так, 13-я позиция. Ну что же, 13-я позиция — это, грубо говоря, потенциально еще два поединка, и у нас все будет в ажуре, да? Получается так. Сейчас бомбанем. Ага, надо добивать. Добивать будем, конечно же, валуном. Все. Тут опять же начинается вот это: Рей, давай снимай что-нибудь другое. Что ты все время одно и то же. А знаете, что я им скажу? А буквально еще совсем недавно мне кто-то писал, даже не кто-то, а большинство: Рей, снимай что-нибудь одно. Снимай что-нибудь одно, не распаляйся на разные игры. Так вы определитесь, или что-то одно, или разные игры. Как-то неувязочки у вас получаются. И меня в то же время в заблуждение вводите. У нас основные игры две на канале. Ну, три. Раньше было три, сейчас две. Это «Черепашки» и «Дракон всадники Олуха». По возможности снимается «Мир юрского периода». Сейчас пытаемся вернуться в Shadow Fight 3. Возможно, в Shadow Fight 2 тоже вернемся, но там весь настрой путает и портит именно реклама. Из-за рекламы, ребята, каждый бой реклама, каждый бой реклама, которую, блин, невозможно промотать и потом паришься ее вырезать. А бывает такое, что рекламу посмотрел, а игра не запускается. Да, просто после рекламы тупо зависает вот эта вот прогрузка игры, и все. Только лишь из-за этого я не снимаю сейчас вторую часть «Шадика». В проекте вернуть некоторые игры на канал. Старенькие игры, если честно. Но вот не знаю, как это все реализовать. Или же начинать новые какие-то игры. Но, если честно, вот из новых, из таких действительно стоящих игр я ничего не нашел. Просто ничего не нашел. Я уже думал, может быть, «Последний день на земле» или «Last...» как там? «Last...» нет, не «Last Day». Играли-то мы. Тоже похожая на «Последний день на земле», только там немножко по-другому. А, «Days After», вот. «Days After» скачал обратно себе этот. Думаю, может быть, их продолжить. В общем, не знаю. Давайте предложения свои толкайте мне в комментариях. Естественно, все комментарии читаются. Так что ничего не будет пропущено или упущено. Но только действительно по существу, ребят. Не просто там какую-то себятину писать, а действительно стоящие предложения. Потому что какую-то ерунду я даже, ребят, не, особо не вникаю. Просто пролистываю, и все. А если что-то толковое предлагают, тогда да, тогда я обращаю на это внимание, вчитываюсь дотошно и уже анализирую. А потом, сами знаете, если что-то мне понравилось, я могу даже на канале сказать, что тот-то подписчик предложил то-то. Как вы думаете, стоит это или не стоит? Что-то типа того. Так, слушай, если мы с тобой до полтинничка доберемся, да, это будет очень хорошо, потому что завтра я после работы также мог бы поиграть немножко и, наверное, уже к понедельнику быть готовым для того, чтобы совершить прыжок в топчик. Как-то так. Потому что в данный момент у нас всего лишь на два поединка осталось откатов. Всего на два поединка. А местечко у нас еще пока слишком высокое. Не знаю, сможем ли мы с тобой добраться до 50-го ранга. Вряд ли. Но еще раз повторяю, завтра еще будет денек. Точнее, даже не денек, а вечерок, где я могу все это подкорректировать. Если опять же сильно не заколебаюсь и не усну. Обычно, когда у меня начинается выходной, я прихожу сразу же, меня начинает клонить в сон. Ой, даже сейчас. Ну сейчас понятно, потому что завтра на работу меня как бы по режиму уже хочется спать лечь. Вот, но я думал, что надо все-таки заснять видосик.
так сказать, предсонный. Чтобы завтра было уже, как говорится, у меня поспокойнее на душе. И чтобы спалось мне хорошо, с чувством выполненного долга. Ну что, давай на кумарочку хоба. Так, и остается последний. Ну, как-то так. Давай смотреть, какое место мы с тобой занимаем. Наверное, где-то... Ага. Слушай, очень даже неплохо. 40-е место, я считаю, это нормально. Откаты, ребят, я тоже не буду здесь тратить. Я вам объяснял, почему. Потому что их телепортов у нас мало. Поэтому как-то обойдемся пока из них, без них. Ну что, дорогие друзья, такая вот коротенькая серия у нас получилась. Обязательно увидимся уже завтра. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.